Друзья, всем привет! Приехал на авторынок в Зеленый угол. Сейчас буду забирать два автомобиля. Один из них гибрид, это Toyota Prius. И второй автомобиль K-Car. И сегодня будет такое небольшое обслуживание автомобиля. То есть Prius мы загоним в гибрид сервис. А K-Car-чик мы загоним на замену масла и на замену жидкости в вариаторе. И сегодня еще хочу поговорить на такую тему, как поднятие цен на гибриды. То есть все знают, да, то, что после Нового года ценничек на гибриды у нас растет. Сегодня мы узнаем, насколько он вырос. Напоминаю, я занимаюсь проверкой автомобиля перед покупкой. Если вам нужна помощь, если вы хотите приобрести японский автомобиль с правым рулем, заходим на сайт drom.ru. А я, наверное, каждое видео надо повторять. Вот Савито скидывают объявление, Савито со вторую. Машин, которых просто в принципе не существует. Я понимаю то, что вы заходите, смотрите, видите, и там машины по заниженной цене. Ребят, развод. Все автомобили у нас на Дальнем Востоке, в Приморском крае продаются на сайте drom.ru. Смотрим автомобили, которые в наличии, которые с документами, автомобили, которые в пути, автомобили, которые под заказ, не смотрим. Следующий момент, уже говорил не раз, где покупать автомобиль, либо вести его напрямую с Японии через аукционную компанию, либо покупать его здесь. Автомобиль приобретаете вы, это ваше, вы уже сами выбираете, где его покупать. Мое мнение, автомобиль нужно увидеть здесь, да, потому что последнее время все больше и больше идет несовпадение по аукционным листам. Но еще раз повторюсь, то, что в любом случае решение принимаете вы. У нас знаете, не то что холод, жуткий ветер, с трудом получается смотреть машина. В общем, кому нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь. Мой телефон указан под каждым видео в описании канала. Проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей. Первый автомобиль забираю. Это Toyota Prius, автомобиль 2014 года выпуска. Напоминаю, ребят, это полноценный гибрид, То есть машина, она едет на батарее. Эти кузова 30-е, они идут только передний привод, 4 ВД их нет, а вот свежие кузова, там уже появились модели именно 4 ВД. Машина аукционная, бальная, 4 балла, окрас двух элементов, двери и заднего левого крыла, все это указано в аукционном листе. Интересно, у него среднего цвета переливается машина на летней резине, это у него литье, это не колпаки. Приятный автомобиль, пробег 100, по-моему, 13 тысяч, сейчас посмотрим. Он поедет на обслуживание, заодно узнаете, сколько это стоит. Именно по обслуживанию. Хорошая у него, ну как хорошая комплектация, обычно стандартная комплектация S-ка. Сзади полка, камера заднего вида с траекторией. Да, метлы нет только на L-ке. Ужасный ветер, ужасный. Два ключа у него. Батарейку почистят. Поменяют антифриз у нас. Расскажу, сколько это стоит. $111 000 пробег на данном автомобиле. Отмерзли, блин, пальцы. Снимать все, что у нас здесь есть. Управление дисплеем. Есть мультируль. Понятно, то, что есть климат. А камера у нас идет здесь с траекторией, что очень удобно. Единственный минус Приуса, но опять же, я всегда сужу по себе. Неудобно камеру переворачивать. Потолок. Ну вот честно, мне он так немного низковат. Подлокотник. Он открывается, есть бардачок, довольно неплохой вместимости, есть подстаканник, есть еще один подстаканник, сверху у нас имеется второй бардачок. Автоматические стеклоподъемники, ну естественно это кнопка старт, то есть запуск двигателя. И под консолью тоже вот такая вот ниша. Честно, мне туда как-то неудобно будет лезть, вообще неудобно. Несут нам документы на автомобиль, сейчас заберу. Я проверю сейчас, хорошо. Проверю.
Я схожу сразу. Все, спасибо. Далее, значит, там документы на автомобиль. Все имеется. Ну, по документам я уже индивидуально рассказываю. Кто спрашивает, да? Что вы получаете? Так, немножко сбился с мысли. Смотрите, данный автомобиль, он привезен на юрлицо. То есть, что это значит? Это значит, то, что договора у нас идут, ребят, в комплекте. Вот здесь нам дали три договорчика. Отлично, это очень хорошо. Что хотел сказать? Сейчас разговаривал с продавцами. В общем, ценник на гибриды, сейчас аккуратненько это сложу, ценник на гибриды у нас поднимется в среднем на 100 тысяч, если в Японии не отыграет цена. Не отыграет в том плане, если, ну, если ценник в Японии не упадет немного, то ожидаем плюс 100 тысяч на гибридные автомобили. Ладно, я складываю документы, едем в гибрид-сервис, время 35 минут 10, на 10 часов мы записаны. Как-то неожиданно быстро забрали мне автомобиль, в общем, пригнал, его уже загнали, поднялся, оформил документы. То есть, ребят, поменять антифриз, гибрид-сервис нахожусь, стоит 5300 рублей. Обслуживание батарейки, чистка контактов, 5000 рублей. По срокам, ну, сказали, в течение дня автомобиль будет готов. Но я пока вызываю такси и еду за другим автомобилем. Следующий автомобиль — это Honda N-Box. Автомобиль 2012 года выпуска. Но здесь какая ситуация? Я данный автомобиль не проверял. Моя задача — забрать автомобиль и перегнать его в транспортную компанию. Помимо этого, вчера приобрели зимнюю резину, поставили. Сейчас заехал, приобрел масла, фильтра, в том числе и вариатор. То есть автомобиль будем обслуживать. Внешне, в принципе, довольно неплохое состояние, как по салону, так и внутри. Лето, естественно, у нас едет в салоне. Я имею в виду резина. Комплектация: две электродвери, масла, фильтра, все взял. Бесключевой доступ, штатное литье. Автоматические стеклоподъемники, как знаете, это уже практически у всех, 99% японских автомобилей. Зарядочка есть тут. Ну, вообще тут есть USB, на ВВС-е можно соединить, допустим, там телефон, флешку с магнитофоном. Я вот использовал как зарядку, потому что что-то телефон у меня подсел. Все по стандарту, ребят, климат, кожаный идет руль, круиз-контроль, мультируль, передние сиденья идут как бы диваном, есть подлокотник, очень удобно, мне нравится. Так, сейчас поедем. Мне нравится вот обзор, да, стекло такое широкое-широкое, то есть в принципе, да не в принципе, а видно все, все очень хорошо видно при езде на данном автомобиле. Едем на замену и в транспортную компанию. Посмотрел аукционик на данный автомобиль. Автомобиль 4-бальный. То есть он идет у нас абсолютно целый. Что касается замены масла, ребят, я рекомендую все масла менять раз в 5000. Вообще, возможно, допускается раз в 7, некоторые меняют раз в 10, некоторые меняют раз в 15 тысяч. Но мое мнение, тем более на кейкарах, замена масла должна происходить раз в 5000 километров. Что касается вариатора, это раз в 30 тысяч. Допустим, я у себя на форике меняю масло и всем рекомендую раз в 30 тысяч километров. Немного вам Владивостока и одних праворульных автомобилей. Ребят, значит, на все про все по замене масла ушло где-то полтора часа. Хотелось бы отметить по отправке автомобилей. Именно ЖД, именно морем. Так вот, отправка автомобиля на Камчатку морем стоит 95
95 тысяч рублей. А по срокам непонятно, но есть такая тема, как приоритетная погрузка. Стоит это плюс 25 тысяч рублей. Куда же вы поехали-то на красный-то? Стоит это плюс 25 тысяч рублей. Кстати, вот вон он торчит, самое высокое здание построили в Владивостоке. Плюс 25 тысяч рублей. Тогда срок доставки от 20 до 30 дней. И компания Grand Service в данный момент машины они не принимают, если мне не изменяет память, до 27 числа. Если у вас идет приоритетная погрузка, то, пожалуйста, приезжайте, пригоняйте. Значит, компанию по отправке автомобилей, неважно, что это ЖД, что там море, что автовозы, вы выбираете сами, в какую компанию вы назовете, в такую компанию я ваш автомобиль и пригоню. Значит, автомобиль пригоняется в транспортную компанию, я фиксирую его состояние, в каком состоянии он мною сдан в транспортную компанию. Ну и также транспортная компания фиксирует его. То есть делается опись, делается фото-видео отчет. Вот парень описывает автомобиль. Фото-видео отчет. Составляется договор. В договоре указан срок, указан сумма. Возможно, оплата именно вот компании Grand Service, как здесь наличка, так же и при получении. Ну, можно им на счет переводить. Автомобиль сдаем на данной стоянке. Ну и дальше ребята уже гонят его к месту отправки. С данным автомобилем на сегодня я завершаю работу свою. Сейчас предоставлю всю информацию подписчику и поеду забирать Prius. Отзвонились, Prius уже готов. Немного вам красоты в ленту. Забрал Приуса, ушло на все про все где-то, наверное, полдня, вот на все манипуляции. Кстати, кто до сих пор не знает, что такое гибрид, ребят, гибрид — это когда у автомобиля не работает поршневая группа, и автомобиль едет на батарее. Но это если так, в двух словах. Везу автомобиль в транспортную компанию, вот, обещали с нас взять 10 300 рублей, взяли с нас 8 300 рублей. Почему? Что нам сделали? Поменяли антифриз в двух контурах, да, это 1800 рублей. И взяли денег за снятие ВВБ, за чистку контактов денег не брали. Сейчас объясню почему и покажу сам чек. Собственно, вот так выглядит диагностика, да, тут несколько листов. Мой сканер это тоже умеет делать, умеет распечатывать, но распечаточку я не выдаю. Так, 8300 рублей. Получается, замена антифриза, два контура, 1800. Демонтаж, монтаж, ВВБ, 3000 рублей. Итого 4800. Плюс антифриз розовый на сумму 3500. Я так понимаю, сюда вошло 7 литров. Почему не делали чистку? Да? Потому что разобрали, посмотрели на вентилятор. Вентилятор был подзабитый. И когда вентилятор немного подзабитый, ну, грубо говоря, там батарейка показывает погоду в плане того же самого сопротивления. Вот, вентилятор почистили, все параметры пришли в норму. Ну и, собственно, на этом сэкономили 2000 рублей, как бы невеликие деньги, но тоже ребята, скажем так, обманывать не стали. Это
наверное, относится к тем, да, кто говорит, что, в сервисах там, скажем так, надуть могут, да, и какие-то приписывают свои, навязывают свои услуги. Здесь, как бы, оказалось, оно совершенно не так. Вот, везу в транспортную компанию, сейчас также будет договор, автомобиль поедет в Омск. Вот, на сегодня, ребят, будем заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, кто прокомментировал, кто поставил лайк, дизлайк тоже. Всем хорошего настроения, всем пока.